Всем привет, с вами Аурум. Ух, уже эти разработчики заставили вашего покорного слугу понервничать. Ждал этого обновления вообще-то с утра или хотя бы в первой половине дня в районе часу-двух. Но, блин, выкатили они ровно в 18.00 МСК. Поломали мне все планы, но давайте все-таки посмотрим, что же здесь за обнова. Ну, сразу видим квесты вместо бесплатного сундука, как, в общем-то, и читалось. Давайте кликнем на них и посмотрим. Значит, золотой сундук, это мы все видели. Квест тачдаун. Собери 40 корон за событие. За 6 дней тачдауна получаем 20 этих медалек и 4 эпических карты. Далее, ежедневные подарки на протяжении 5 дней. Сейчас можем собрать какие-то 11 рандомные карты. Это Тесла, которая, кстати говоря, у меня 13 уровня. Кстати говоря, помните? Дважды сказал, кстати говоря? Не, показалось. Теслу усилили. У нас было обновление баланса. Я о нем снимал видос. Так что Тесла у меня 13 левела. Heavy Metal, бро. А сражение в боях. Сыграй в боях 1 на 1 10 раз. Окей, это выполним. Ну, наверное, не в этом видосе, но все же выполним. Сейчас такой обзорчик сделаем. И хочу тачдаун. Прям очень сильно хочу тачдаун. Ну, чтобы я, в общем-то, заработал тачдаун и поиграл этот режим. Победитель, одержи победу 10 раз в боях 1 на 1, испытаниях или боях 2 на 2. В общем-то, изичные приколюги. Можем их отменить. Видим, да, крестики. Мы можем один, по-моему, в сутки отменить. Ну что дальше, что дальше? Магазин у нас видоизменился, это понятно. Но самое-самое, что ни на есть, самое-самое-самое, это тачдаун. И вот, кстати, я могу уже, да, вроде. Давайте вот так сделаем, дружеский тачдаун. Это же он и есть, правильно? Ну-ка. Вроде бы это он и есть. Сейчас посмотрим, я с левшой против двух лузеров. Блин, никого нет. Ну, где вы, хлопцы? Ренат. И Крайсол. Хорошо, и вот он. Блин, это не оно. Стоп, секунду, это не оно. Это вообще не оно. Ладно, перезайдем. Такс, вот оно, 2 на 2, вот то самое поле, которое мы ждали. По идее, мы с левшой должны сидеть и выбирать. Ну, я не знаю, давайте выберем мух, что ли, хрен знает. Голем. У них гонча, значит, у них палач. Ну, в принципе, ничего такого. Электромага вроде бы немного пофиксили, да? Я еще не привык к этому балансу карт, который сейчас имеется. Я не знаю, но все же против гончей, блин. Ах, я не знаю, у него есть маг, поэтому я возьму электромага. Так, и здесь дудец, либо же, я думаю, что дудец. И поехали впервые, блин, у меня аж руки чешутся. Я уверен, вы уже на момент того, когда видос вышел, уже все попробовали, но это прям вообще найс. Вообще прям, вообще найс. Так, у меня что-то подлагивает, серьезно так, кстати говоря, подлагивает. Тихонечко, тихонечко. Мы вроде идем в контратаку сейчас. Сейчас вроде идем в контр... А, шахтер я могу только до центра выбросить. Вот так вот. Я думал на всю территорию дружескую, но нет, нифига, только до центра. Вот мой... Пошел мой голем. И голем прям тащит, ребята. Он тупо тащит. Я могу в любую точку это швырнуть. И сейчас... Големушка! Тачдаун. Как? Опа! Стоп, у нас был тачдаун. Мы что, пропустили? Ого! Блин, я серьезно. Я что-то провтыкал. Я вообще что-то провтыкал. Блин, очень непривычно. Вообще очень сильно непривычно, что... Блин... Это реально очень сильно непривычно. Офигеть. Мы, по-моему, только что проиграли с левшой. Хотя вот мой голем практически дошел, но все равно какая-то херня, видите, произошла. Вообще очень непонятно, как это все происходит. Так, шарик. Левша правильно мыслит. Правильно мыслит левша. Здесь нужно будет еще добавить мушек. Хорошо. Блин, надо чем-то контрить гончу. Там у него куча войск. Надо контрить гончу. Мы сейчас опять сосем. Есть деф какой-то. Бро, дай деф.
Тихо. Они, смотрите, они не летят на тачдаун. Ай, лучница. Фу. Блин, как потно-то, а, ёптить. Очень-очень потно. Так, все под контролем. Так. Тихо. Тачдаун. Блин. Козлы. Ладно. Ладно, у нас двойной эликсир. Тащим. Левша мы должны затащить. А, блин, так, хорошо, все, пучком, тихо. Все, намази, так, мне нужен... Ай, там, откуда взялась ведьма? Я ведьму не заметил, что за дичь вообще происходит здесь? Так, шахтер, тачдаун от нашего Галимита, отлично, у нас еще 2-1, насколько я понимаю, шикардос. Сразу големчика, я не жду вообще нихера, сразу голем. Сразу дефаем правую сторону, пока гончу долетит, наш голем стопудово дойдет. Так что все нормальджан. Так, ладно, здесь, в общем-то, подождем. Ай, мы не успеем, мы тупо не успели, 2-1. Ладно, давайте реваншик, мне очень сильно понравилось, давайте реванш катнем. Это действительно довольно фаново. Вот, кстати говоря, хорошая игра. Вот тот самый чат, о котором мы говорили. Все действительно очень прикольно. Чуть не проиграли. Слушай свое сердце. Прости. Я прощу, но никогда не забуду. Если не мы, кто? Блин, смайлы вообще прикольные. Итак, у нас есть хорошая игра. Спасибо, чуть не проиграли. Мне пора. Упс, ничего страшного. Мы лучше всех в мире. Отличная игра, ха-ха-ха. Давай сыграем еще. До свидания. Прости, искусство войны. Если не мы, то кто? Ну, в общем-то, мне пора. Давайте гоу еще раз. Блин, ну это фаново, что ли? Но, опять же, если бы я тогда не провтыкал или левша не провтыкал вот то, что прошло в самом начале, то было бы намного круче. О, левша правильно берет голема сразу же, моментально, молодец. Я, пожалуй, возьму... Давайте я возьму в таком случае яд. Возьмем. Копейщика у нас усилили, помним в обновлении. Тесла либо печка. Тесла у нас усилили, конечно же. И палач либо ведьма. Один палач у нас есть, поэтому я возьму ведьму, само собой. И ща посмотрим. Блин, на самом деле азарт офигенный. Может стримчанский запустить, я не знаю. Просто очень азартно. Я давно такого в игре Clash... О, что это у меня такое за гиги? Офигеть вообще. Так, у меня пушечка автоматически проходит в центр. Нужно пушить, короче. Пушим по одной стороне, ребятки. Ай, хитрюга. Ну ничего, смотрите, что мы творим вообще. Смотрите, какой поворот. Они пропустили нашего голема. Фух, это 1-1. Вообще классно, конечно. Тачдаун. Изи. Фух, офигеть. Раунд 2. Настроились тихоня. Так, есть голем. Отлично. Мы все тупо законтрили. Ай, блин, все законтрили. Да не все, здесь же гончие, ёптить. Ай, блин, мы пропускаем гончу. Смотрите, здесь в чем херня. Кто первый, тот и тачдаун. Сама гонча захерячивает. 1-1. Блин, надо как-то готовиться к дефу, не только слепо идти в атаку. Потому что как-то тупо получается. Мы голема отдали, да-да-да. Текс есть. Есть на попе шерсть. А, блин, что-то так как-то...
Как-то что-то вообще не то. И эликсир, смотрите, насколько долго здесь... Ну, это же режим 2 на 2, как в режиме 2 на 2. Так. Отлично. Остановил таран, остановил. Шикардос. Ёптво, что делать против мегарыцаря? У меня карт нету. У меня карт нету, второй тачдаун. Трэш. Трэш, конечно, вообще, блин, жесть. Так, голем, да давай, ну выпускай его, бро, мы быстрее дойдем и все будет клево. Выпускай его. Все, отлично, погнали. Я уверен, что... Так. Так, у нас голем быстрее. Спокуха. Ну все, это ГГ, ну очевидно. Блин, вообще это читерство. Чей танк быстрее доходит, тот и выигрывает вообще. Как-то ну так. Ну окей, 2-2 вроде счет, да, если я не ошибаюсь. Погнали. Так. Так, пока мы все дефаем, в принципе, неплохо, очень даже, неплохо, все нормуль. Блин, ну этот, блин, Вася меня, ох, красавчик, вообще вывез, просто все вывез, молоток, молочак. Ой, у нас слишком много. Нет! Фу, маг, сдохни. Красавчик. Фух, это было очень плотно. Это было прям, ну, очень, блин, потнейший. У нас големит. Есть тачдаун. 3. Офигенски, вообще, найс, огонь. Катаем дальше, погнали. Так, гоу, дружеский бой. Еще давайте один тачдаун скатаем и, наверное, будем заканчивать. Я буду думать, либо стримчанский начинает, либо, ну, хрен знает, что-то придумаем, окей? Так, Инферно взял. Это, кстати, клево. Инферно в этом поединке, как вы видите, нужно контрить толстяков, поэтому по-любому. Значит, я возьму, пожалуй, шахтера. А дальше гоблины либо маг. Возьму гоблинов. Палача. И мортира либо пушка. Угу. Давайте морту возьмем. Морту берем, потому что она здесь как и деф, так и может немножечко фигачить. То есть, ну посмотрим, правильно, неправильно я сделал. Конечно, пушка это очевиднее. Я бы в обычном поединке всегда бы брал пушку, но все же. Я могу, например... не в том месте, конечно, поставил, но да ничего. Опять же, ребят, это первые опыты, так что... Ого! Хорош вообще суперски. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, шикардос. Мы здесь полностью контрим пеку. Причем кошерненько так, а там они парятся с нашими картишечками. Вообще отлично. И мы вроде бы смотримся посимпатичнее. Ну, смотрелись до того, как мы не видели палача. Так, здесь, пожалуй, будет у нас гигантский скелет, который один на один порвет сейчас просто. Блин, тачдаун. Очень клево, очень, мне понравилось, мне все очень нравится. Блин, долго, наверное, мы можем так играть, слушайте, наверное, ох ты, ёптить. Так. Шикарно, все отлично, все прекрасно. Мы все законтрили, у нас там даже гиг идет. Контра, погнали. Ай, блин, куча мусора, и сейчас все уничтожит, вышибало. Очевидно. Ну, а голем здесь просто оружие массового поражения. Серьезно, очень сложно с ним.
Очень прям. Ой-ой-ой, Хога, Хога, держать Хога, держать Хога. Блин, Хог читер. Хорошая игра. Хог читер, блин. Ну я там, конечно, со скелетом, наверное, провтыкался, да. Нужно Хога их смотреть, следить прям за Хогом жестко. Блин, ведьма в начале. Тьфу, твою мать. Как так-то у них, блин, сразу и... Блин, вообще жесть какая-то. Вообще херня у них. Я, по-моему... Как у них мог появиться сразу и голем, и пека? Это нечестно, ну... Это нечестно! Так, Инферно съест. Не, ну это избиение младенца вообще. Это просто избиение младенцев. Нас просто отымели. Тачдаун. Не, колода, блин, не та. Не то пальто с колодой, прям абсолютно вообще. 5-4-3, мы, конечно, проиграли здесь. Да, это очевидно. Окей, гоу еще, каточку. Последняя каточка на сегодня, прям, ну, опять же, не на сегодня, одна в этом видосе, точнее, потому что вы понимаете, да, что я буду, наверное, всю ночь напролет херячить тут, ей-богу. Так, дудец либо принцесса, здесь принцесса, думаю, будет, о, там шар у них есть, молния, голем, и хотя Хога можно было брать, и шар. Так, он гончу взял из парки, гончу из парки и стрелы взял. Стрелы, я, пожалуй, возьму мук, наверное. Ну, именно для шара, чтобы, если что, быстрая краянтра шара. Так, должны сейчас выиграть нападающий Аурум ТВ против Аурум ТВ. Удачи, удачи. И сразу ставлю голема. Ах, не по той стороне. Так, хорошо. Здесь можно мушкетика. Сходу мушкетик. Там шарик. Взорвался голем, но ничего, мы на самом деле очень большую работу сейчас проделали. Я буду ждать, что будут делать соперники. Но, кажись, вообще они очень опечалены происходящим. Стрелы быстрее! Есть стрелы. Шикардос. Ну и отлично, здесь маг справится. Я вообще могу... Ну вот разве что вот таким вот образом. Пт-ш! Ой-ой-ой, арбалет, смотрите, у нас здесь и мортира, и арбалет. Помните, спарки у нас перезаряжаются быстрее, но спарки сейчас в одиночестве получается. Хог, нечем контрить Хога, блин. Блин, Хог очень опасный в этом смысле, очень опасный, он как, я даже сравнить не могу с чем. Он как элитные варвары здесь, серьезно, то есть, если ты на мизере эликсира, все, гг. Так, попробуем идти двумя сразу танками. Получится что-то у нас? Нет, не знаю, но вот, судя по ледяному магу, все может получиться вообще, в принципе, без проблем. Голем рядом, ГГ, двумя танками зашли, тупо запушили. Ну это читерство, как и Хог, в общем-то, это реально то же самое читерство, ничем особенно это все дело не отличается, то есть реально та же херня. Здесь не дадим. Даже не знаю, зачем я это сделал, но сделал.
Так, Големушка. Сразу продолжаем идти по левой стороне. У соперника ни карта не пошла. Хога мы забрали. И здесь, по идее, продолжаем просто в тупую пушить. Я сейчас в спину поставлю принцессу. Принцесса в этом... Вау, еще хил спел. Ну нет, без шансов. Очевидно, что... А, смотрите, как радиус уменьшили. Мне очень непривычно. Тачдаун. Блин, это чистая победа просто. ГГ. Очень много здесь от фарта зависит, скажу я вам, ребят. Обновление шикарное. Режим шикарный. Серьезно, в режиме реального времени, когда в это все дело играешь, прям очень бодрит. И, вообще, там... Ты... А есть здесь, типа, Виталя, ты не рак? Ладно, шучу, Виталь. В смысле, ты поняли. Итак, квесты мы еще сегодня повыполняем. Ну, то есть, уже не на видос. Видос очень длинным получился. Поэтому на сегодня будем прощаться. Блин, Supercell реально молодцы. Не знаю, может, еще стримчанский будет по тачдауну. Потому что, если честно, я не наигрался. С вами был Аурум. Подписывайтесь на канал. Следите за новыми видосиками у меня на канале. Еще будет очень-очень много интересного. Ну и, конечно, об этом видео тоже расскажите своим друзьям.